А, я против срумбы. Нормально, нормально. Опять крысюк настреливает. Господи, ё-моё, наконец-то я... Фуф, дождался. Раз в час бой залетает. Господи. Что? Что? Как это возможно? Как меня кинуло? Если зрители Нира будут миллионерами, то и сам Нир будет миллионерами. В этом есть правда. Хотелось бы, чтобы вы были миллионерами. Если каждый из вас будет миллионером, то и я тогда буду миллионером. Мне будет хорошо. А, я против срумбы. Нормально, нормально. Тащим. Я так заколебался ждать, вот ей-богу. Все. Пойду бежать. Срум бы уже по лицу получил. Боже мой. О, перекатывают. Вон ЦСКА, надо пушить. Поеду за ЦС. Там сотка. Надо бежать.
Да, душно. Бои тяжковаты. Вот где сотка? Надо ехать убивать просто. А какой душный бой. 15-минутный, 30-минутный. Сто 50 миллиардов минут бой. Надо переезжать. Угу. Они тоже туда едут. Клумба уже поджимается. Нас. Не понимаю, что нужно подкатывать. Зря получил. Можно по нему хоть раз попасть? Надо пушим, проверяй. Пушим, пушим. Поток? Лучший, 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 просто лучший. Я не дал каток. А, вон он. Все, да, вопросов не имею. Ага. Как? Вот как? Объясните мне, пожалуйста. Добьешь? Хорош. Надо было убегать, наверное. Или остаться, наоборот. Хуй знает. Остаться или ехать. Или убегать. Не, наверное, лучше. Там примем.
Я в засвете. Бля, бой дерьмо полное. Нас просто зажали со всех сторон. Ну, это очевидно, конечно. Блять, это Last Samurai, долбай. Просто процентов, просто, ну, вообще ноль мозга. Чел 56% не понимает, что ему нужно делать по карте. Просто стоит, какой-то страдает весь бой. Просто, чел, ты шоков. Научись играть. Ты заебал. У тебя 57% побед. Научись думать головой. Опять крысюк настреливает.